Итоги ежегодного турнира по бильярду среди воспитанников детских домов подвели в Вологде. Его участниками стали 20 юных спортсменов из трех центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Технику начинающих бильярдистов оценила и Алена Закатаева. Чтобы отправить шар точно в лузу, нужен не просто точный удар, а настоящий математический расчет и, конечно, тактика. Как говорят опытные спортсмены, мастерство приходит с опытом. Чтобы ребята из детских домов могли оттачивать свои навыки, в одном из клубов города для них специально выделили время. Они у нас еженедельно ходят и играют в бильярд. Ну, это и навыки свои повышают по бильярду, и умения. Ну а самое главное, что они приобщаются к спорту, к здоровому образу жизни. Демонстрируют свои навыки юные бильярдисты на ежегодном любительском турнире. В этом году за главные призы соревнований боролись 20 спортсменов. Его организуют городские власти, Федерация бильярда Вологды, клуб «Классик», спортивное общество «Динамо». Мне нравится играть в бильярд, развиваться, логика. А что еще? Ну, думать надо тут. Я уже участвовал в том году в соревнованиях, но мне не повезло. Но постараюсь в этом году выиграть. Мне нравится участвовать в разных соревнованиях. А кроме бильярда, чем еще играешь? Водным туризмом, борьбой, кикбоксом, бокс. Воспитанники детских домов города занимаются в различных спортивных школах, секциях и клубах областной столицы. Развитию спорта в Вологде уделяют особое внимание. Уже сейчас около 100 тысяч горожан регулярно занимаются физкультурой и спортом. И эта цифра растет. Наши дети занимаются во многих городских учреждениях, спортивных, и бильярд – это одно из тех занятий, которым мы занимаемся постоянно на протяжении уже 3 лет, и то есть постоянно ходим, детям очень нравится. По итогам турнира были определены 3 сильнейших бильярдиста. В качестве награды они получили дипломы, кубки и подарочные сертификаты в один из спортивных магазинов города. После соревнований спортсмены совсем недолго отдохнут и уже на следующей неделе вновь приступят к тренировкам. Алена Закатаева, Михаил Прищев, Вологда, Портал.